Минфин готовится к обороне. Уже на следующей неделе начнется битва за бюджет 2019 года. Кабмин должен представить проект главного финансового документа страны к 15 сентября. Ну а на этой неделе политики в очередной раз зафиксировали, каких добавок хотят из бюджета нынешнего года. Потребности очень большие, а вот финансовые возможности, как ни печально, весьма скромные. По официальным данным Счетной палаты, план бюджетных доходов только за первое полугодие не выполнен почти на 15 миллиардов гривен. То есть под вопросом уже включенные в госсмету статьи расходов, не то что добавки. Вот лишь один пример, чтобы вы понимали серьезность ситуации. Оказывается, в Минфине долго не соглашались с законопроектом о финансовой помощи семьям умерших военных. Если человек получил ранение или заболел на фронте, а вот скончался из-за этого уже после ухода со службы, то есть формально гражданским человеком, его близкие не могли претендовать на помощь от государства. Нормы, которые могут исправить это, депутаты зарегистрировали еще в прошлом году. Первое чтение законопроект прошел в феврале, но приняли его только на этой неделе. Получается, аж 18 месяцев ушло, чтобы выбить абсолютно справедливые выплаты из бюджета.